Услышать патриотические песни, вспомнить о важных вехах в истории страны и просто пообщаться со старшим поколением. В сквере имени Марии Рубцовой собрались воспитанники военно-патриотического клуба «Сова», участники клуба «Активное долголетие», военнослужащие. Самое главное для меня то, что вспомнили людей, которые, увы, остались на той земле, но остались в наших сердцах. В том числе один из них – это мой сослуживец Дмитрий Кириллов. Сейчас его именем назван военно-патриотический клуб «Сова», что очень сильно увековечивает его память. Лидер движения общественной поддержки Егор Чинюк подчеркнул, жители Химок поддерживают бойцов в зоне специальной военной операции, принимают активное участие в патриотических мероприятиях округа. Поздравляю всех с праздником, с важнейшим действительно праздником нашей страны. Очень приятно, что здесь собираются такое большое количество жителей нашего города. И вдвойне приятно, что уделяется отдельное внимание патриотическому воспитанию. В Химках патриотическому воспитанию уделяют особое внимание. В учебных заведениях на протяжении всего года проводят мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Организовывают акции в поддержку бойцов, которые защищают рубежи нашей страны в зоне СВО. Александр Сергеев, Вильфред Дымковский, новости Химки ТВ.